луковица георгина лайкантария, далее лайкантериоу. Это солнечный свет, пролитый на клумбу. Цветы выглядят изысканно, но одновременно ярко и оригинально. Георгин растет быстро, начиная радовать первыми июньскими бутонами. Обычно растения цветут до осени, пока не придут заморозки. В высоту этот сорт 90 см. Особенно эффектно смотрится в различных групповых посадках, а также часто встречается в контейнерах. Любит солнце без ветрия, легкий грунт. Радует эффектными цветками, диаметром до 14 см, с ярко-желтыми лепестками, контрастно окаймленными красным. Георгина декоративная лайкантария – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Георгина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола георгина декоративная лайкантария можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания георгина прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает георгина декоративная лайкантария в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Интересные цветы георгина могут быть до 14 см. Лист этого прекрасного растения по форме перистый. Обратите внимание, что георгина декоративная лайкантария – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.